have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки и шестая серия Дреджа. Что я сейчас предлагаю? У нас на самой южной части есть вот этот вот подковка остров, куда бы я хотел сплавать, там выглядит интересно. А в принципе, я вот думаю, что мы могли бы еще сходить в Звездную бухту. Потому что вообще на соль можно было бы сплавать. От соли уже в Звездную бухту. Короче, посмотрим. Сейчас давайте сначала на вот этот островочек. Тут явно есть еще квесты, тут явно есть еще чем заняться, но у меня нет решения этим квестом. Поэтому я не знаю, что мне с этим всем делать. Вот этот остров, да, я так понимаю? Да. Давайте, поехали. А еще мне нужен металл. Мне нужно много материалов, мне нужен металл, парусина. Просто чтобы дальше качать корабль. Прям необходимо. Шестеренок на прокачку нам, кстати, более-менее хватает. Чуть не сжег двигатель, осторожнее надо. Вот сюда мы бы добрались за 3 часа, получается. 3 часа. Хорошо, что у нас тут есть? У нас... Это парусина? Это драгоценности. А фиг ли так быстро-то стало? Сережки какие-то. Ну хорошо. Вот и кто. Тоже какой-то сектант. Приближайтесь к фигуре в капюшоне. Грязно-золотой балахон скрывает почти все тело. Видна лишь иссохшая поверх почерневшие руки. Рыбак, бездна зовет, ответь. В голоде слышится бульканье, так как клокочет вода в легких. Добавлено поручение. Ответ. Человек в капюшоне протягивает вам список. Лусан. Красный Лусан. Как раз тут недалеко они были. Как раз тут они где-то были недалеко. Этого тоже кормить, в общем, надо. Просто пока мы здесь. Это недалеко, это недолго. Блин, мне уже так-то и возвращаться надо. Был бы здесь день подлиннее, серьезно. Очень хотелось бы, чтобы день здесь был подлиннее. Так, на тебе Луциана, хавай. Человек вспарывает рыбью глотку, вырывает сердце, проглатывает. Понятно, то же самое занимается. Другая жертва, человек указывает на изображение. Вот эта маленькая пиранька. Это случайно не они? Нет, по-моему. Нет, это другие. Пиранька привезу тебе. По-моему, я видел их по пути. В следующий раз так привезу, потому что мне уже пора отчаливать. Меня ждут. Искусство... Так, прочитано. Супер. Блин, я сейчас глупость сделаю, да? Куда мне домой? Куда? Я просто не успею вернуться. Это нужно в следующий день плыть сюда, в эту штучку ему притащить. Блин, паника, паника, паника. Мне бы больше освещения, на самом деле, я был бы не против. Очень хотелось бы, чтобы день был подлиннее. Ну, чисто физически, чтобы оно длилось. Пусть будет больше расстояния, но чтобы оно чисто физически длилось подлиннее, потому что не успеваешь ничего сделать. Давайте я продам эту штуку. Вот так, и мы трем. Да, драгоценности уже прилично сложились. Давайте отдыхаем. Так мне кажется, ему нужна мутированная эта рыбка, необычная. Но сейчас посмотрим. Я ему привезу одну.
Если он ее захочет сожрать, тогда окей. Не захочет, ну, как бы, его проблемы. Потому что чисто мутированную искать, это прям долго будет. Вот одну я вытащу. Давайте опять идем на тот остров. Расстояния большие. Я понимаю, мне нужно двигатель качать, но, блин. Кстати, а... Вот эти вот обилки. У меня еще сколько обилок-то не открытых. Так, что у нас по табу? Почему опять все везет? А, по поручение... Поймать саблезуба. Другая жертва. Это не он, да? Угу. Это не то я ему притащил. Хорошо. Надо будет аккуратнее читать, где и что я ловлю. Это ж не ты. Не ты. Тут тоже тропический какой-то остров. Давайте мы его вокруг обойдем. Возможно, тут будут какие-то ресурсы, по крайней мере, я на это надеюсь. Жаль, если такой огромный остров. И тут ничего нету вокруг. Ни кораблекрушения, ничего. Ну, прям печаль. Ну, тут есть рыбки, но рыбки не считаются. Рыбки я могу пофармить возле своего дома. О, вот тут что-то интересное будет. Ощерившийся клевач. Клевач. Это не саблезубы, это клевачи. То есть они просто тоже маленькие. Можно потихонечку чесать домой. В крайнем случае еще возле дома поудить. А, надо будет еще посмотреть, что у нас в той бухте ночью водится. Было бы интересно. Потому что там-то кальмары, например, выходили. Но там было не опасно в бухту выходить, а тут опасно. Потому что тут и безумие разное, и еще куча всего. Вон и торнады, и ненады. Так, можно и больших половить. Запасы истощились. Вон, видите, безумие. Можно тут что-то еще порыбачить или нет? Ладно. Так, тогда можно вернуться сейчас в соли. Продать украшения. У нас 7 баксов получилось. А потом от них пойти через... Смотрите. Вернуться сейчас в Малую Соль. А потом через Базальтовый остров. Через вот это все в Звездную бухту. Или можно прямо сейчас, кстати, в Звездную бухту двинуть. Давайте, наверное, так и сделаю. Украшения я успею продать. Я хочу вот эти два острова посмотреть. Я не знаю, видите вы курсор или нет. Мне отсюда будет удобно до них идти. Не-не-не. Швартоваться, вы что? Спать. Так, кстати, насчет прокачки. По движкам. На 36 лошадей, 26 лошадей, ловушки пока что не хочу. Сидите, пока не хочу. Удочки. Удочки, кстати, можно начать качать, чтобы леска с термозащитой.
я бы на самом деле начал бы прокачивать все подряд. Мангровые. 55% прибрежные мангровые. А это универсальные, да? Это глубоководные. Ладно, чтобы у меня было 4, тогда я, наверное, прокачаю все. Ну и ту, и другую. Теперь мне... Ага, да, это маленький островочек. Мне он найти дальние острова. Черт, это будет трудно, кстати. Не с моим двигателем, как говорится. Знаете что? Мне бы, наверное, в Звездную бухту и уже оттуда исследовать эти острова. Так что давайте так и сделаем. Если мы сейчас доберемся, я надеюсь, что у нас хватит времени добраться до Звездной бухты. Барахты. Ой, блин, а там что-то есть. Придется сворачивать. Угу, нам туда. Просто есть места, где можно переночевать, и есть места, где вроде как предлагают переночевать, но я бы не хотел. Поэтому... Очень разумно, да? Пытаться тратить время на такие вот сокровища, ну ладно. Так, это я вроде ловил уже. Надо чекнуть, что вот здесь. А вдруг это тоже мимик, прикиньте? Я такой сейчас сижу и думаю, я тут буду рыбачить просто до потери пульса. Я не хочу встречаться с этой штукой. Я заберу. Где-то здесь причал, вон он. Я причалю, а потом уже все остальное. Я не знаю, кто ты, что ты, но тут можно поспать. Генератор. Старый генератор трещит и работает с перебоями. Лаборатория. В лаборатории почти ничего не осталось. Повсюду разбросанное оборудование, научные работы. Что вы хотите сделать? Открыть шкафы. Вы осматриваете шкафы. Вы забираете все из шкафов. Что вы хотите сделать? Смотрите оборудование на столе. В столе лежат несколько хитроумных выглядящих деталей прототипа, но вы пока не представляете, как их использовать. На другой стороне стола вы находите наспех нацарапанную записку. Опасность. Ожидается скорый ответный удар. Эвакуируемся в форт. Что вы хотите сделать? На полу посмотрите. Вы осматриваете пол. В фундаменте есть трещины, которые расходятся по большим... до больших пробоин на стенах. Эти бреши мог оставить только кто-то огромный и сильный. Вы осторожно просовываете руку в одну из них. Спасибо. Просунул. Уйти. Я тут останусь до утра. А мне безвыходно. Так. Исследование. Глубинные пучины... Пучинно-глубинные. Я могу, кстати, прокачать мощный двигатель. Так, скорость. Относительно новая конструкция двигателя пропускает... Так, у меня сколько? У меня 5. Я как раз могу все
На 9... Погодите. На 9 лошадок, да? Тут у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 9,5, 60 узлов. Кстати. Давайте посмотрим. Исследования завершены. Если они занимают один поинт, то, возможно, есть смысл... Да и вот этот есть смысл прокачать, потому что вот этот будет доступен. Ну хорошо. Блин. Очки. В состоянии они уже никому не помогут. Разбитые очки, возможно, это что-то квестовое. Глубинные, неспокойные воды, высокие. У меня, вот видите, уже удочки не хватает, чтобы здесь рыбачить. Угу, значит, удочки тоже надо будет качать, как только я получу шестеренки. Тогда что? Тогда мне в соль... А потом на эти острова, раз тут оставаться небезопасно, мне придется отчаливать от соли, потом уже... А очки эти я пока что продавать, наверное, не буду. Мне кажется, надо бы их немножечко придержать. Нет, рыбы нет. Железок я, кстати, много натаскал, это прикольно. Интересно, продаются тут квестовые предметы или нет? Было кольцо, в котором сияет топаз. То есть, если мне это место потом... у деревяшечки. А что тут еще есть? То есть, если есть какой-то квестовый предмет, смогу ли я его случайно продать или нет? Ну что, я-то могу. Мне на два металла хватит места. Фигово, уже 18 часов. Соли там. Давайте на маяк. Стараемся добраться. А какой у нас выход? Какой у нас выход, ребятушки? Постараемся, нам только и надо, чтобы добираться. Так, только бы не вписаться, тут камней куча. Пойдемте тогда к ювелиру, не к ювелиру. Ой, блин, вот тут что-то интересное, надо будет порыбачить. Так, значит, мой трюм. Очки есть сюда. Вытащу, без понятия, что это, поэтому лучше сначала их придержать. Кучу разного барахла золотого. Мы отсюда сейчас выкинем. Нужно будет примериться к двигателям, вот этим вот маленьким. Возможно, я смогу просто сейчас один маленький двигатель докинуть сюда. Или мне выгоднее будет... кстати, новое сообщение, точно. Я не писал уже несколько дней. На меня нашел какой-то странный холод, который будто затуманивает мысли, и не могу согреться. Я уже что только не пробовала. Несколько строк заляпаны чернилами, их невозможно прочесть. В основном они доставали один мусор, но в итоге подняли со дна большой деревянный сундук. При виде такой поразительной находки среди матросов прошел шепоток. Я отчетливо помню, что происходило дальше. Он с легкостью вскрыл сундук, и без того погнутые доски затрещали и будто застонали от облегчения перед тем, как треснуть. На палубу выпала какая-то алая ткань. А дальше в ушах у меня раздался рокот волн, я до сих пор его слышу. Он уставился в раскрытый сундук, а затем обернулся ко мне. В его глазах была пустота. Оставшая часть сторницы оторвана. Супер. Торговец.
Продаем все украшения за практически 500 баксов. Нашли что-нибудь... так. Погоди. Это у меня так мало денег было. Кстати, возможно. Я не посмотрел, сколько у меня денег. Скорость хода 55... Вот, скорость лова 165%. Вот тут я могу посмотреть свои собственные... Эти, неплохо. 57. Так, отходим. Где тут можно было? Не-не-не-не-не-не-не! Там теперь ловца... А, блин, мне же этого угря надо было. Ох ты ж. Гнилого поймать-то. Тут торговца рыбы уже нету, да? Что-то заползло в ваш трюм. Торговец рыбой заполз. Ох, голова раскалывается. Ты приходил вчера? Не помню. Ладно, чем могу помочь? Забирай. Блин, что-то заползло в мой трюм. Вот зачем ты так? Хорошо, сухой док. Эй, док, ты сухой? Из трюма. Вот две железки. Мне получается одна парусинка нужна. Это вот вообще... печаль. Хочу. Так. Что вы от меня хотите? Каюта, энциклопедия. А, мелководный пойман на одного. Мутация... Мутации видов вот этих и мутированных еще не ловил. Хорошо. В смысле отчалить? Не-не-не, спим до утра. Отдохнуть. Я думал, торговец рыбы уже все, вообще тю-тю. То есть он уже не очнется. Поехали. Нам нужно найти буквально немножко, поэтому... А, я забыл маленький двигатель себе прилепить. Ну ладно. Ткань? Пожалуйста, ткань. Да. Мне она прям важна была именно для вот этого апгрейда. Все. Сейчас к ночи, если выживем, прокачаемся. Будет неплохо. Вон... О, вот тут еще что-то интересное. Блин, фиг ли вы такие здоровые? А я уже больше ни одного и не запихну. Давайте мы... Ладно, давайте вернемся. Черт с ним. Заодно поставлю маленький двигатель, заодно прокачаемся. Ну и остаток дня уже дофармлю. Может быть, или акулу споймаю, или вот по мелочи, там уже посмотрим. Хотел доплыть до останков туда, но уже не получается. Будем сейчас смотреть, или я поставлю просто один маленький двигатель добавлю, или же полностью поменяю систему. Так, это уже назад в город. Деньги у нас вроде как есть. Поехали мастера. Двигатель. Да, видите, я могу добавить еще один. Плюс 9,5 узлов. 270. Хорошо, тогда подожди. Давай сначала в док. Закинем ткань. Прокачаемся за 100 баксов. Плюс 3 ячейки для удочек. Отлично, новый... ты ж, ёпта, раз это... Как назло, именно металла надо мало туда. Нужно еще две ткани, еще деревяшку и два листа гнутого вот этого металла. Это, блин, прям много. Два листа, ну, мы можем купить у торговки, хорошо.
Давай тогда вот этот вот... Этот движок дает 36. Давайте посмотрим. Это дает 26, этот дает 8. Ой, этот вообще слабенький. Тогда продать. У нас сколько был? 57, да, вроде как. Вот этот купить и поставить. Один в день можно купить или один на мастера? Так, ход у меня примерно такой же остался. Там был 57, тут 56,7. Ход у меня примерно такой же остался. Давайте мы тогда немножечко пофармим, пока мы здесь. Что-то заползло в ваш корабль. Это, конечно, весело, да. Да попади ты уже по нему. Истощены, супер. Тут еще что-то можно было выловить, да. Иди сюда. Ну, то есть я все равно полдня потратил на двигатели и всякое такое, ну, хотя бы по деньгам отбиться. Можно идти обратно продаваться. Этот двигатель один на магазин или один за день, или один за сколько? Потому что я бы купил еще два таких. Так, забирай. Проверяем. Не то. Один за подход. Получается, я отплываю, швартуюсь. Ладно, ждем до утра. Нету. Ну хорошо, ну по крайней мере они продаются. Окей. Так-то я стану пободрее. Я поставлю себе, по-моему, три вот этих вот маленьких турбинки. Хорошо, тогда... Со всех сил сейчас щемим... За ресурсами. Нужно прокачаться, чем быстрее, тем лучше. Кстати, как раз деревяшек и ткани не хватает. Ну и сталь куплю сейчас. Немножко пофармлю. Это не проблема. Вот за это прям спасибо. Приятно, что просто вот так вот, вытаскивая ресурсы, можно поймать именно что-то очень-очень полезное. Хотя, я бы не сказал, что ресурсы это бесполезное что-то. Их трудно недооценить. Это было последнее, тогда одну не дотащил буквально. Поехали. Мне вон туда. Я сейчас еще добавлю себе один маленький моторчик. Еще на 10 узлов. Вот, а потом посмотрим. Так. Я хоть правильно-то плыву? Мне туда, понятно, надо отплывать. Блин, а здесь... А здесь что-то полезное, надо сюда утром вернуться. Это буквально остров, который видно отсюда, и там что-то хорошее. Мы сейчас будем где-то через безумие проплывать. Оно тут появляется.
Надо скорее причалить уже. Рыбный рынок. А, я же рыбу-то и не поймал совсем. А, значит, мой трюм. Давай мы все сложим. То, что нашли. На один поинт сейчас хорошо. Под удочки у меня есть 6 и 6. То есть сюда трешечка еще влезет и сюда. Так, надо будет их посмотреть, как это все сделать. Значит, плавучий док. Загружаем древесину. Теперь две ткани и два железа. Хорошо. Значит, дверь. Сколько это? 400. А когда я столько под... Угу. No time linger. Achievement получен. Когда мы забили все эти слоты. Блин, а он дорогой типа был? Черт. Хорошо, сколько она стоит? 450 она стоит. Значит, сейчас мы поплывем на тот маленький островочек, а потом будем фармить. Заодно нам нужно где-то, пока мы фармим, найти две ткани. Окей, в принципе, дело решаемо. Стал очень шустреньким кораблик. Так, а где мы там были? Мне кажется, вот этот вот островок был. Сейчас посмотрим. О, тут можно какого-то мутанта достать. Какие же вы непропорциональные-то. Все, хорош. И тут можно мутанта достать. Стойте, а это колкий угорь. Мне же нужен один тухлый какой-то угорь, да, или что-то? Но это не то место, которое я хотел. Это совсем не то место, которое я хотел, подожди. Где то место? Я что-то тут... Я, наверное, не с той стороны подошел, да? Окей. Или вот оно? Вот оно. А, это краб. Это краб. Этого я узнал. Это тоже не то место. Подожди. Так, ладно. Не буду поискать. Сейчас еще раз вернемся. Продадим. Попробую сдать угря. Там же у нас гнилого угря кто-то просил, да? Или этот квест дропнулся уже? Что-то я немножечко подзабыл. Давайте... Трюм. А, вот этого свежего серого я положу в трюм. Все, супер. Рыбный рынок. Если я тут нажму продать все. Трюм не тронет. Хорошо. Ждем, пока он стухнет. По квестам. Для зуба найти. Доставить тухлого морского угря. Вот, я же помню, что было такое. Так,
Давайте мы еще тут немножечко порыбачим, буквально немножко совсем. Тетрисов себе наберем. Да попадай! Ага, тут все. Что-то еще будет, нет? Ладно, 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 ладно. Тут постоянно это безумие крутится рядышком. Но если причалить, оно нас не трогает. Хорошо. На 86 баксов. Отлично. Практически уже 450. Давайте отдыхаем. Трюм. Состояние рыбы не свежее. Ждем еще. Так, отчаливаем пока что. Где находится этот остров, с которого я с базальтового плыл? Вот сюда, что ли? Это его я оплывал только что. А куда? Может, вон тот, который? Где я видел эту бухту с кораблем? Не проглючило же? Или что происходит вообще? Нет, не проглючило. Вот он. Подплывайте к затонувшему судну знакомого вида. Это почти точная копия кораблика, подаренного вам мэром. Привязывает корабль возле обломков. Заглянуть в каюту. А, это я уже его обыскивал, типа. Проверить груз. Да. Просто он так блестит, как будто я его еще не обыскивал. Но я его уже щупал. Тогда... Можно сейчас в соль и потом пошариться вон. Нет, шариться нам не... это нельзя. Не то чтобы нельзя, не надо. А по той простой причине, что мне сейчас нужно закупить у нее металл. Здоровая акула. Акул ловить до сих пор невыгодно. Кривые твари занимают кучу места. Мне нужно взять у нее два куска металла, тогда я могу вернуться в соль. И там уже отправиться немножечко севернее, для того, чтобы поискать два кусочка ткани. И мне нужно потихонечку уже работать над грейдами. Так, ну-ка. Блин, а где мне взять скумбрию тут третью? Наверное, она же где-то водится, просто в других водах. Да, хорош. Угу, все, опустошено. Ну-ка, что я тут могу поймать? Тетриса. Ну, одного могу забрать, кстати. Одного тетриса могу забрать. Мелочь какая-то. Ага, она уже пропала. Началась ночная рыбалка. Нет, здоровые. Этих я не вытащу.
Надо сейчас сюда вернуться. Подождите, подождите. Там будет мутант. Да не верь. Нет, 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 нет. Этот не рынок. На 326 баксов. Неплохо. А мы сейчас еще немножечко и купим у нее оба кусочка остальных, если чем. И вот это вот надо бы выглядеть. Так, это мутант. Поднят из глубин ачивка. Возможно, или за количество мутантов, или за количество рыбы, пойманной ночью. Без понятия. Ну просто раз он тут было близко, то что бы и не выловил. Ух ты ж! Камни так вырисовал. Фух. Интересно, а можно хоть одну ночь, ну типа, не засыпать? Надо будет посмотреть как-то. 855, а мне нужно 900. Да, давайте спим. Немножечко рыбачим, покупаем у нее металл и валим в соли. И, наверное, там уже серию и закончим. Потому что, мне кажется, это будет подходящий момент. Давайте тетрисов половим. Не вижу в этом ничего плохого. Я еще и тетриса мутанта поймал. Да ну хорош! Вот эти двойные реально бесят. Вот, при том, что, ну, вот эта мини-игра, она чисто для ускорения. Рыбу-то я и так выловлю. Просто что это будет долго. Прибрежно. Мне еще немножечко времени осталось, чтобы... Ну-ка, вон там, давайте пошаримся. Это лосось у нас, да? Гляньте, ну реальный же тетрис. Кулончик. А тут у нас что? Доски или... Да, доски. Кстати, совсем недалеко. Смотрите, смотрите, совсем недалеко. Надо будет за ними вернуться сейчас. Ну, кстати, да, можем и сейчас вернуться. Ночь только начинается. Мне бы какой-то способ победить ту рыбу, надо будет подумать. Отдаем. Трем. Можем драгоценности сюда, это вообще не проблема. Давайте сходим, пока мы по берегу. Пройдемся, чисто доски выловим. Я думаю, мы потом сможем вернуться. Ну, я на это надеюсь. А тут у нас что? Тут металл. Ой, да, давайте сходим за досками. Что у нас тут? О, металл. А
вот и доски. Я, наверное, большую ошибку делаю, мне кажется. У моего чувака паника уже просто. О, шестереночка. Я до утра проловил, серьезно? Мне кажется, сейчас ачивка за это приедет, не? Отдохнуть. Да, можно не спать ночь. Я сейчас прям два дня потратил, да? Да, неплохо. А значит, мы трем. Что интересно, я так и не нашел. Никакие так, ты кто, гниль? То, что в итоге ждет всех живых существ. Блин. Я не посмотрел. Выбросить. Я забыл, что я его положил мариноваться. Ты прикинь. Ладно. Вот это сейчас было печально. Хорошо. Значит, вверх. Мне нужно купить. А он у тебя типа один такой сейчас, да? Надо отойти. Блин, я не могу купить сразу два, это печально. Надо отойти, пофармить, а потом вернуться и закупить у нее еще один на следующий день. Дайте мне угря одного еще, пожалуйста. А то я протупил. Ну, по крайней мере, с фармом денег здесь проблем никаких не возникает. То есть выйти на рыбачить всегда есть чего. Вот этими мелкими на самом деле можно столько дыр позатыкать. Это прикольно. Например, вот это вот так сделать. А, запасы истощены. Я тут пытаюсь посмотреть, как бы оно было бы. Эй, мелочь. Мелочью набьем сейчас, нам в любом случае все это сейчас продавать. Надеюсь, будет как с двигателем, что мы возвращаемся, и металл у нее есть. Ну-ка, три места. Еще три рыбки дайте. Одной рыбки не хватило. Ну, хорошо. Поехали, продадимся. Деньги лишними точно не будут. То есть каждый раз, когда есть возможность немножечко пофармить, это не проблема. Рынок. Единственное, что думал, что я закруплю квест с этой, с угрём. Но я провтыкал. Я молодец. Я... А где еще? Поплыву. Давайте ждем.
Я думал, у нее можно купить сразу две этих, но так нечестно. Давайте я его сразу сюда сгружу. Можно. Забираю. За 315 вообще не проблема. Я же говорю, что все, что касается денег, это не проблема. Не-не-не-не-не, не верь, погоди. А, плавучий док. Все, нужно две ткани. Отлично. А, трюм. У нас три кусочка. Ай, на трешечку я опять же могу. Или удочку какую-то качнуть, или... Ну-ка. Могу вот этот двигатель на 52 лошадки качнуть. 52 плюс 10. Минуточку, сколько у меня сейчас лошадей? 75. А мне как-то получается и невыгодный. 36 и 30. 70. М-м. 10 это мои базовые, да? Да, получается. То есть он дает сейчас 65. Ну, хорошо, давайте отходим. Идем в соли. Может, они более-менее по центру находятся. Там пришвартуемся. И оттуда уже попробуем найти себе ткань. Потому что вроде как она там более-менее когда-то спавнится. Я на это надеюсь. Главное, движок не перегреть. Не хочу ловить акулу. Да, она дорогая. Звучит, знаете, как начало письма какое-то. Дорогая акула. Так. Аккуратненько, не перегреваемся. О, может, марлины поналовить? Они, заразы, большие. Мне их до сих пор невыгодно. Я могу двоих... А, запасы истощены, понятно. Я могу двоих таких поймать, но их ложить просто, ну, то есть два еще могу положить, а остальные уже все. Скажи тряпки. Блин. То, что доктор прописал. Серия немножечко затягивается, но я на самом деле не против, потому что у меня как раз две. Потому что я бы хотел разобраться с этой проблемой как раз до конца серии, и, видимо, так оно и получится. Вот тут тосточки у нас заспавнились. Сколько тосточек будет? Мне теперь интересно, сколько денег с меня запросят за всю эту красоту. Я-то сейчас докину. Может быть, придется немножечко пофармить. Сейчас посмотрим. Быстренько в док. Идем, закидываем. Оп. И оп. 800! 800, Карл! В трюм. Деревяшки. А чем это рыбина будет? 121. А, не пофармим мы. Ну, столько я сейчас не нафармлю. Это будет долго достаточно. Давайте, наверное... Между сериями я накоплю себе эти 800. Просто вот тут вот поплаваю по этой гавани между солью, малой и большой. Нафармлю себе 800 по-быстренькому. И уже в следующий раз мы начнем с апгрейда нашего кораблика. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всех ладушек. Всем покеда.